Издательство АСТ в серии «Мировая классика для детей» в 2015 году выпустило книгу самобытного советского сказочника Геннадия Михайловича Циферова «Сказки старинного города». Этого писателя дети и их родители должны помнить по истории «Паровозик из Ромашково». Перед нами добрая, интересная книга ярких фантазий, которая включает в себя 19 коротеньких сказок. Каждый следующий сюжет невероятнее предыдущего. Особое очарование этого издания – заслуга чудесного художника-иллюстратора Светозара Острова. На наш взгляд, своими рисунками он смог передать особую атмосферу удивительных историй Геннадия Циферова. Сказки ориентированы на детей дошкольного возраста. Они простые для восприятия, неспешные, добрые, но не примитивные. Подобные истории можно смело читать детям перед сном, так как после них остается ощущение тепла и спокойствия. Главные герои книги – жители старого города. Это ремесленники, музыканты, бродячие артисты, аристократы, клоуны и мушкетеры короля. Несмотря на небольшой объем истории, каждая из них наполнена смыслом и несет воспитательный посыл. Несколько слов об оформлении книги. Учитывая, что «Сказки старинного города» – это серийное издание, его стиль легко узнаваемый и привычный для поклонников детских книг издательства АСТ. Бумага матовая. Шрифт издания крупный и четкий. Эта книга вполне может подойти для детей в качестве самостоятельного чтения после букваря. В книге очень много иллюстраций. Они яркие, интересные, сюжетные. Детям наверняка доставит удовольствие процесс разглядывания принцесс, королей, великанов, которые вышли из-под умелой кисти Светозара Острова. Иллюстрации не перетягивают на себя внимание читателей, а скорее дополняют повествование, создавая фон для историй, а это очень важно. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и читайте вместе с нами. До встречи!